hem şurada halasat kurusu hem geldik Antalya'ya. Ya bizden kütüphe aldı in turist. 55-56 varamız yine Toçke'ye. Turistlerin kütüphe aldı onu Toçke'nin şuradayken. Мы с вами направляемся в регион Кемер, все знают, да? В Аланию никто не едет. Как в самолете, покормили хорошо? Одна морковка, один пирожок, да? Ну, завтра в отеле уже покушаете получше. Две морковки, два пирожка. Водителя нашего зовут Басашбей. Можете ему похлопать, чтобы мы быстрее доехали. Он в туризме уже 20 лет работает. Температура на данный момент, сейчас, конечно, вечером незаметно, что жарко, да? Но днем достигает 34 градусов. И температура воды у нас уже 25 градусов. Вчера, правда, был небольшой дождь, наверное, вы с собой привезли, да? Я слышал, что в Питере дожди одни идут. Уже закончились? Это не вы, да? У нас с вами будут отели в двух поселках. Всего Кемер состоит из 6 поселков. Первый поселок это Бельдиби, второй поселок это Гёйник, третий сам город Кемер, потом идет Кириш, Чамьева и Токирова. У нас с вами будут поселки во втором поселке в Гёйнике, Лариса Виста. Вы мне первые выйдете. И в Чамьево у нас будет 3 отеля. Вторые выйдут Новая Люсида и потом выйдут Акман Бич и Лариса Акман. Последовательность отелей все запомнили? Лариса Виста первые, Новая Люсида вторые, Акман Бич третий и Лариса четвертый. Время все настроили по местному времени. У нас с вами 22:32. Разницы нету. Поэтому, если у кого-то вдруг часы шли неправильно, переведите на правильное время, на наше. Все мероприятия, которые у вас будут происходить по этому времени, посещение ресторанов, экскурсия, а также самое главное ваш обратный вылет, все это будет по этому времени. Есть такие, кто первый раз в Турции? Есть. Да. Почему вас опять так много? Сегодня утром почти весь автобус первый раз. Обычно у меня автобус 15-16 раз. Хорошо, расскажу для тех, кто первый раз. Валюту внутреннюю турецкую все знают? Да. Как называется? Турецкая лира. Это мне отвечают те, кто первый раз, да? Дома в интернете почитали, да? Валюта, конечно же, турецкая лира. Соотношение на сегодняшний день 1 доллар примерно 2,6 лиры. И 1 евро примерно 3 лиры. Поэтому ориентируйтесь на такой курс валют. Если вдруг собираетесь поменять на лиры, чтобы вы знали примерный курс, по которому можно обмен сделать. И, конечно же, хочу обратить внимание, что Турция – это страна, которая принимает доллары, евро, поэтому многие из вас менять не будут, чтобы потом лиры домой не увозить. Они вам там не нужны. Движение у нас по Анталии оживленное. Транспорта, несмотря на то, что уже около 11 часов, дорожные службы еще работают. В Турции в следующем году пройдет Экспо 2016, и поэтому огромное количество новых дорог делается. Каланазе, бисмиллахи рахмани рахим. Лариса Виста Бичте, гостиница Гелдихина. Ну, интерьер не так уж яхше мэс, лекин дворы зорэкен. Бөрөзі мені дұғы спальнеде ятамаған. Стандартный номер. Намаса келдік, зор. Әнайымда балкона.
balkondan çıkıp karasak anemi anda tördü yine oynat tuttular. Set 11 buldu geldik. Sasetni Gastinsala diskoteke gittip mumunum ben. İkinci etaj mı? Birinci etaj ekiyam mı yine? Kat birinci etaj. Lekin duvarı zor. Erten indi kula kalası azanda çıkıp göremiz. Yenem ne gep söz eken belli de. Kondaka kana veren bombu mu? Kandisaniyer bu. Yine. Bak eldeki videoda bu an yine görsatmazmaz. Sanuz eline. Yine. Ama veç bu. Zakoni. Yine bu praslet All inclusive, все включено деген ну билдиради ана. 3 күн доомунда энди худо халаса бүйтип халагынчы ебичи бирөрөмүз мут. Ана шундай гептер. Ана ванналарман жөрөсөн, о, ваннада телефон бар экен го. Экке бана деп телефонумуз келди. Так. Ана шундай өзлөрү бар экен. Ну, в принципе, нормально. Нормальный. Ачайып. Ондан зор болушу мүмкүн эмес. Финам байна. Хотя сач куруп кетеди бирдеки неде. Градуста 36 градус иссы. Өзбекстанны иссы дейін рәсмин. Яна пляжный стилде кийинип алдык. Әрәсе инде көчәгә бер обход атып келәле, нә каравезлә бай икән бу Туркиядә, ян дүзлештереп, һәммә вәҗданы барып гәрәмез инде. Әзә чыкып керәм инде, гәрәм. Дишләргә чыкканнан гәрәм.